Сегодня веду реально серьезное мероприятие. Там познакомлюсь с нужными людьми и обоими. О, дамы и господа, конкурс «Из жизни глянец» продолжается. Детская анимация 6+. Серьезная задача. Ты меня реально подставил? Рома Ди Каприо идет на палубу. Пойдет. А почему вы не на сцене? Вы бы победили. Нас это не поможет! Мы все умрем! Нас, походу, вообще никто не ищет. Все, меня эти бабы порвут. Что делать-то, а? А вы это, финалистки, да? Так это и есть финал! Поздравляю! Посмотрите, пожалуйста, вон туда и помашите рукой всей России. А какой крупный план берете? Вон тот. Нет, вот этот. Кокосы, мотор, начали! О, рыбы хочу! Рома, а нас когда покормят? Пора обзавестись жилищем на этом острове! А я камеру не поврежу? Не-не-не, на этой пальме одни кокосы. Аппетитные кокосы. Ваня. Так, все, спать. А мне, девочки, он страшный козел. А по-моему, он милашка. Я обычный мужик, как все. Пожрал, спать и отвалил. Не, ну а что я теряю-то? Ну, остров, три тёлки, мое обаяние. Я никогда не был так богат. Ром нас, по-моему, обманывает. Я нашла студию. Я знала, что ты честный человек. Ну что, такое сильное воображение, что ли? Скажи, пожалуйста, а если вдруг я выиграю, ты не плеснешь мне кислотой в лицо? Нет, конечно, глупенькая. А ты? Смотрите, дверь открыта. Скажите, пожалуйста, что все будет хорошо. Девчонки, а что мне делать теперь? Ну и, конечно же, я. Всегда на острове, всегда с девушками, всегда под кокосом. Вам предстоит испытать настоящий шок.